Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру Get Even. Как помните, я украл прототип, теперь мне надо смыться с этой лаборатории или с завода. Я так и не понял, что и где я вообще нахожусь. Так, вижу... А, ты гад! Я-то их вижу по сканеру, но я их не вижу, чтобы они торчали. Так, бегают там собаки, а? Ну давай, давай, вылази. Блин, по ходу дела мне придется опять туда идти. Ну-ка, давайте попробуем так сделать. Схитрил типа, да? Ага, вижу. Черт подери, вот это засада, блин. Да ну нафиг. Сплошная каша, во. Тихо, тихо, подожди. Вот так вот давайте. Да как, я уже из-за угла. Ну-ка. Урод. На, блин. Отлично, минус один. Ну там еще один стоит. Давайте-ка его вот так вот из-за угла тоже грохнем. На, придурок. Шикарно. Все, нет? Вроде все. Хотя нет, ребята, кто-то бегает, я слышу. И вижу даже. Но это, по-моему, внизу, на нижних этажах уже, да? Ладно, давайте-ка, наверное, сюда пройдем, посмотрим. Но здесь все пусто, чисто. Нихера, где-то, блин. Непонятно для меня, конечно, здесь. Как они меня не видят, стреляют куда-то там. Так, чисто. Неужели надо идти к лифту, а? Так, автомат не работает. Туда вниз мне не попасть, только лишь на лифте спускаться. Так же, как я сюда попал. Но я не вижу, смотрите. Видите кого? Нет. Стекла непробиваемые. Понятно, значит мы... спрыгнуть не сможем. А, вон, ну да, так я и говорил. На втором этаже, ребята, они стоят. Вон он бегает, гад. Ползучий. Спрятался, типа, за столом, да? Опа, еще одна голова там торчит. Сейчас я его снесу. Ну давай, ты где-то же там был, да? Вон, ныкается. Бинго. Все, надеюсь? Нет, по карте еще одна цель. Вон он. Так, 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 куда он там? Типа спрятался от меня, да? Шикарно. Все, вроде теперь чисто. Хрен там, блин, чисто. Где-то подо мной находится чувачок. Так, а это что такое? Что, черт подери, тут вообще происходит? Я не понимаю. Так, стабилизирую ритм, начинаю заполнение системы инсулином. Вот так, мистер Блэк, держитесь, я вас вытащу. Разве это не симуляция? Я был там, я чувствовал боль. Она оказалась реальной, потому что так ее воспринимал разум. Ранение, полученное в Пандоре, влияет на ваш мозг точно так же, как и настоящее. А теперь не думайте, мистер Блэк, очистите ваш разум, пока я вас вывожу. Ёлки-палки, тут все мелькает, все так и должно быть, что ли? Я не могу врубиться. Вообще жесть какая-то. Так, ладно. О, господи, меня сейчас вырвет. Это нормальная реакция. По ходу ваших опытов вам станет легче. Если вам это поможет, у меня для вас небольшой подарок. Что еще за подарок? Он снаружи, в коридоре. Видите эти строчки компьютерного кода? Все эти нули и единички, пожалуйста, подойдите к ним. Ну вот опять. Я лично не вижу никаких единичек и нулей, ребят. Вы видите, нет? Хрень какую-то несет, блин. Так, тут то, что у нас. Опять бумажки всякие.
Ага, хрен там, выйти не могу. Это что такое? Ага, опять куда-то полетели. Блин, как это? Туда-сюда летаю, непонятно вообще, что происходит. Что опять? Эй? Куда меня теперь занесло? Еще одно воспоминание? Не совсем, мистер Блэк. Представьте, что это картотека для собранных вами улик. Рано или поздно мы во всем разберемся. Любая информация, собранная Пандорой, будет доступна вам в этой комнате. Каждое восприятие предоставлено отдельной доской. Попробуйте, взгляните на пару досок, и вы увидите, что будет. Пандора воссоздает и показывает все связи и выгоды, сделанные вашим разумом и даже подсознанием. Так, ну и что же тут происходит? Одни записи, все это читать что ли надо? Ёлки-палки, а если я не хочу? Так, а тут что? Оу, я могу обратно вылететь отсюда. Замечательно. Ну-ка нафиг. Очень хорошо, мистер Блэк. Ваши синаптические связи становятся прочнее. Комната, где вы только что были, поможет вам отсечь домыслы и сосредоточиться только на фактах. Фактах. Я знаю лишь то, что меня зовут Блэк, и что я, похоже, украл Корнерган. Верно, и вы мастерски с этим справились. Вы бесследно исчезли с прототипом, и АДС едва не обанкротилась. Но я уверен, скоро мы узнаем больше. Вы здесь по своей воле, мистер Блэк. Если вы будете мыслить так же ясно, как в тот день, когда вы обчистили АДС, то быстро покиньте это место. Замечательно просто. Вы можете в любой момент вернуться в следственную комнату, чтобы изучить улики, взглянув на картинку с двоичным кодом. Я никуда не хочу возвращаться. Мне и здесь хорошо. Так, что у нас тут? Опять я в каком-то здании, по ходу дела в больнице, ребят. Так, тут все тихо и спокойно. Он здесь, он идет. Они его выпустили, скорее, скорее. Ред, эй! Почему все ходят где попало? Пациентам нужна разминка, мистер Блэк. Ступайте дальше. Разминка, пациент. Оу. Вот один, видно, размялся. На славу. Пипец, как будто в каких-то старых развалинах хожу. Картинки везде. На стенах все разрисовано. Жестяк. Что опять? Блин, игра подтормаживает или хрен поймешь. Так, ладно. Опять эта идиотская музыка заиграла. Ну, тут, я понимаю, никуда мне не выйти. И главное, что, смотрите, в этой больничке даже телек был, плазма. Офигеть. Так, коридор. Что-то шуршит где-то. Мест нет, мест нет. Всем надо подвинуться. Да-да, скорее, скоро появятся гости. Что за придурок? Пациент какой-то орёт. И где же этот пациент тут находится? Или он не здесь вообще? Так, ну что, тут камеры вообще какие-то Оу, кто-то стоит. Это гость! Это гость! Я едва не упустил. Ты крадешься, словно котик, да? Маленький черный котик. Пора пить чай. Тебе сколько сахара? Один кусок или два? Вот болван-то, а. Знаете, кого он мне напоминает? Один кусочек или два? Алиса в стране чудес, помните? Черт, тут не пройти. Так, тут у нас что, кодовый замок? Ага, нам нужен код. И где же мне его взять? Ну что ж, пойдемте посмотрим, может где-то бумага какая-нибудь лежит с кодом. Так, что у нас тут? Ну, здесь, я так понимаю, ага, про пациента. Вес 78 килограмм. Короче, ничего хорошего здесь нету. Нам это мало как пригодится. А может, этот болван знает, а? Так, по плазме тоже тишина. Может быть, где-то нарисовано, а?
213. А, ну это пациент. На стенах я не вижу ничего. Как ни странно. Ага, сюда мне уже не выйти. За мной закрыли дверь. Отлично просто. Ну что же, тогда остается этот придурок. Как его там, Шляпник? В мультике его звали, по-моему, Шляпником. Который чай там наливал всем. Свихнувшийся Шляпник. Так, может быть, отпечатки пальцев здесь будут видно? Какие кнопки нажимали, а? Что тут вообще происходит? Что-то у меня даже этот коротит. Смартфончик мой. Так. Нет, ребята, ни хрена. Ничего не видно. Там тоже пусто. Тепловизор ничего толкового нам не дал. Так, ну а по карте нам нужно туда проходить, ребят. Так что надо подойти к этому болвану. О, господи. Код от двери, мне нужен код. О, да, коды, секретные коды, загадки. Реши мою загадку и узнаешь секреты. У нас же чаепитие, без призов никак. Вот придурок, а. У меня такое желание взять ему сейчас и прострелить башню. Ты мигай, котенок мой, я не знаю, что с тобой. Смотришь вверх и смотришь вниз, гасишь свет, и вот он приз. У тебя взгляд, котик, цепкий. Но найдешь ли мои метки? Загадочник сраный, я. Значит, он мне загадками своими задачил, да? Значит, выключишь свет и найдешь. Вверх-вниз. Эй, котенок, ты их нашел? Ты нашел? А что ты искал? Боюсь мне уже не вспомнить. Никому уже ничего не вспомнить. Не хочешь выпить чаю? Я пью чай, а ты? Болван, а? Блин, может действительно мою башню прострелить? Так, пьет он чай. Блин, интересно, откуда у него в дурке чай? Причем даже свечка там горит. Значит, надо искать, ребята. Где-то здесь подсказки должны быть. Пока все безрезультатно, ребята. Я уже тут облазил. С тепловизором все как полагается. Ничего не нашел. Давайте еще разок начнем. Так, тут тюбики, они нафиг не нужны. 12 00 342. Мне это ровным счетом ни о чем не говорит. Ну-ка еще раз тепловизор. Так, мне не карта, тепловизор дайте. По нему ничего не видно. Давайте свет включим. И... опа-на, ребята. Циферка 1. 26 901 2 3 5. Ясно, у нас есть цифра 1. Это уже что-то, зацепочка какая-то есть. Значит, надо подсвечивать, чтобы видно было цифру, которая нам нужна. Больше вроде бы как ничего здесь нету. Ну да. Ладно, пойдемте тогда сходим. Здесь тоже ничего нету. Так, что у нас в этой комнате? Тут слишком дохрена всяких цифр. Так, опа. 4 плюс 4 равно 8. Вот оно что, значит 1, 8. Так, тут у нас следы. Ведут в эту комнату. Ну а здесь-то что? Ничего. Ровным счетом. А нет, смотрите-ка, что-то. Так, 1, 0, 1, 2. Так, 1, 2, 0, 1. Ну я так понимаю, 4 получается в совокупности. Ладно, 1, 8, 4. Ну-ка, так. Так, нифига. А вот так, да. Ну, значит, я так понимаю, 4 должно быть все-таки, ребят. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но проверим. Так, смотрите, следы куда-то идут сюда. А, так они идут к замку. Ну, давайте попробуем.
Что у нас там? 1, 8, 4. И куда дальше-то? Ага. Хрен. Наверное, еще надо какую-то цифру найти. Так, в этой комнате мы были, в этой были. Так, а здесь у нас... А, в этой тоже были. Так, а где же тогда еще найти цифру, а? Не может же быть код трехзначный. Так, 1, 8. А это что тут за бумажечка лежит? Опять про пациента, да? Ну да. Здесь для нас ничего полезного нету. Но у нас только в 3 комнаты следы ведут, ребят. Я не знаю. 1, 2 и 1. 4 получается. Может быть, тут какой-то секрет, загвоздка в чем-то? Ну, а если давайте сделаем туда... Нет, 3 не получается. Какого хрена 3? А может быть, это 4? 4, 2... Первая цифра может быть не единица, а четверка. Тогда получается 6, 7. А, вот еще комната. Так, а здесь у нас 2, 2, 1, 5 получается, так? Эти нали, наверное, просто так. Итого у нас 1, 8... 1, 8, 5. 1, 8, 4, 5. Давайте пробовать. Так, 1, 8, 4, 5. Отлично, ребята. Так. Все, я думаю, мне сканер, наверное, здесь уже не понадобится. Давайте возьмем пушечку. Что за идиотский звук? Я не могу, мне аж прям уши режет. Нельзя зайти, жаль. А это что тут? Опять пациент какой-то? Пациентам разрешено один раз в неделю видеться с членами семьи и другими допущенными лицами. Любые физические контакты запрещены. Посетители и пациент должны сидеть на протяжении всего визита. Во время посещения пациент должен ограничить темы общения личными вопросами и воздерживаться от упоминания других пациентов, условий пребывания в клинике и методов лечения. Нарушение правил повлечет незамедлительный и пожизненный запрет на встречи с навещающими. Это у нас был порядок и правила посещения. Опа-на! Черт, что еще? Не забирай его музыку, не трожь его. Отстань от него. Чаепитие, чаепитие, он уже идет, уже идет. Я действительно дурка. Так, тихо, тихо. Бля, надо его убить нафиг. Он с топором, он с Фомкой. Грубо, мистер Блэк, очень грубо. Все проблемы решаете грубо силой. А вы спуститесь сюда и узнаете. Действительно, блин, нифига он, блин. Грубо, очень грубо. А я должен что с ним? Разговаривать по душам здесь? Так, ладно, этого мы грохнули. Что дальше-то? Откроется? Отлично. Идем, ребята. Хоть какое-то продвижение есть. Так, сохранение. И, видимо, неспроста. Что за ерунда такая? Что это тут у нас такое? Череп, что ли, чей-то, да? Так, обойма. Опа, ё-моё, блин, ты хорош пугать-то меня, девочка. Я не знала, что ты вор. Вор, зачем ты это сделал, вор? Зачем брать чужое? Зачем вредить? Зачем красть? Херею просто, блин, с этого дурдома, на самом деле, ребят.
опять куда-то попал. Так, телефон. Привет, милый, это я. Возьми трубку, если ты там. У меня плохая новость. Еду нам не привезут. Говорят, у них на субботу уже куча заказов. Так что нам придется искать кого-то еще. Кто бы мог подумать, что свадьба это такая морока. Ладно, до встречи, люблю тебя. Эф. А, это Торшер. Понятно. Какая-то открытка. 92-й год. Так, а здесь что? Просто хочу сказать, что пойму, если ты не захочешь усыновлять. Я днем буду в студии. Позвони мне, как вернешься, и я сразу приеду домой. Там все обсудим. Люблю тебя. Усыновлять кого-то, блин. Так, календарь. Ничего нету. Так, а тут-то что? Кто-то тут художником был, да? Ну, какие хорошие картины. Мой дорогой муж, я знаю, что наша жизнь не будет похожа на наши мечты, зато я смогу заняться искусством, а ты сможешь изменить мир, ведь ты всегда этого хотел. Что бы ни случилось, мы всегда будем вместе. С любовью, отныне и навсегда, Ленора. Так, это уже у нас типа свадьба прошла, да? Теперь мы как муж и жена с Ленорой. Так, а тут что у нас? Как думаешь, мальчик или девочка? А, понял. Это рентгеновский снимок ребенка. Так, здесь больше ничего нету. Милый, ты как там? Ответь мне. Ты точно в этом уверена? Я сделала тест 3 раза. Но врачи сказали, что... Значит, они ошиблись. Но этого не может быть. Даже не верится. Это значит... Это значит, что теперь мы не просто пара. Мы стали семьей. Зачем ты мне это показываешь? Это твое оправдание? Хренее, кому я что показываю, блин? Я сам не понимаю, что тут происходит. Так, тут можно посмотреть, наверное. А, опять меня куда-то затягивает. Черт подери. Что опять со мной стряслось, а? Такой жалобный песик на меня смотрит, игрушечный. Что произошло? Что это было? И вы снова с нами? Хорошо. Эти воспоминания, они были другими. Где я только что был? Не берите в голову, мистер Блэк. Наша технология не без причуд. Это были мои воспоминания? Что происходит? Это не ваше дело, мистер Блэк. Вашего лечения это не касается. Замечательно. Давайте приступим. Приступим, точно. Я, блин, фигею. Вот игра, а. Больше загадок, чем ответов. Тут-то что еще такое? Кролик-пациент, 6-17, Джон, гном, пес, утка, медведь, мягкая игрушка, зайчик, обезьяна-пациент. Список пациентов игрушечной терапии? Че, охренели? Игрушечной терапии, блин, пипец полный. Куда я попал, а? Действительно, для дурка. Они лечатся игрушками. Прикиньте, ребят, что от них можно ожидать? Так, это что у нас такое? Позвольте провести один пример. Сколько вам сейчас? 25. Давайте представим, что вы, возвращаясь домой с работы, увидели лошадь посреди улицы и испугались. Вы не можете справиться с паникой. Ваше сердце колотится, руки обливаются потом. Вы не понимаете, что с вами происходит. Но, господи, вы же взрослый человек. С чего бы нам бояться какой-то лошади? Вы не знаете, откуда проистекает эта фобия. Но с помощью моей терапии все прояснится в течение часа или даже быстрее. Возможно, когда-то вам было 2 или 3 года от роду, ваш брат зашел ночью в комнату с лошадиной маской на голове. Он стоял и смотрел на вас, дышал и ждал. Вы проснулись и испугались.
breathing, waiting. You woke up and you were terrified. Мой метод ERT – игрушечно-регрессивная терапия. Я показываю пациентам игрушки или памятные вещи из их детства, и магия психоанализа творит чудеса. Ребята, это был диалог пациента и врача. Жесть. Опа. О, хера, блин. Что там за дурак еще орет? Так, тут, а что тут такое? Так, записку вижу. Какие-то деревянные куклы. А тут что у нас написано? Многие пациенты Лихтерса утверждают, что видели повелителя кукол. Говорят, он скрывается в клинике уже много десятилетий. Он каким-то образом контролирует все, что здесь происходит, и указывает нам путь. Я сам никогда его не видел, но с ужасом жду с ним встречи. ДК. Меня это как-то не очень радует, если честно. Тьфу, нафиг. Куда идти-то, блин? Давайте сюда пройдем. Я надеюсь, никто не выбежит сейчас, а? Иначе кирпичи обеспечены будут. Так, еще один диктофон лежал. Так, а это что такое? Фига, дверь сама открылась. Трупец лежит. Без перевода. Не могу. Куда, вниз или вверх, ребят? Давайте так. Тихо, нафиг. Так, тут... Опа-на. Там-то что происходит? Ты, мой спаситель. Я же говорил, что ты не пожалеешь, если выпустишь меня. Это мое творение. Все мои братья, жертвы во славу повелителя кукол. Ты их всех убил. Зачем? Нет, нельзя убить то, что лишено жизни. Они свободны. Ты скоро станешь одним из них. Что-то мне это не нравится. Что он там затеял? Опа. Тихо, 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 тихо. На-ка нафиг, урод. У вас подскочил уровень дофамина. Вам это нравится, мистер Блэк? Какой-то идиотский вопрос. Мне нужно было грохнуть чувака, блин. Так, взаимодействие. Так, что такое? А ну-ка, давайте-ка еще нажмем. Ох, нихера тут я навыпускал. Еще и кнопка сгорела, закрыть не могу. Ё-моё, ребята. По-моему, я зря это сделал. Выпустил гору психов на свою голову. Щит, а? Что за бумажка? Что там написано? Король башни инвалидных кресел, маэстро Берри. Он совсем рехнулся. Держись от него подальше. А не то он съест твои глаза. Еще круче, блин. Твою дивизию, блин, натворил делов. Так, тут что? Так, тема игрушки Рэмзи. Приоритет высокий. Мы испытываем новый прототип Рэмзи, и он до сих пор далек от нового суперхита, на который мы все так надеялись. У 5 из 6 тестеров возникли симптомы острой реакции на виртуальную реальность. В основном головная боль или тошнота. Кроме того, так называемая визуализация памяти сейчас изобилует серьезными ошибками. Тестеры жаловались на сильную фрагментацию миров воспоминаний и описывали общее впечатление словом «путаница». Так, мне кажется, кто-то должен обсудить это напрямую с Рэмзи. Мы хотим выпустить эту штуку на рынок в следующем году, а не через 10 лет, мать его. Помогите советом, Скотт. Слушайте, ребят, мне такое ощущение, что у меня на голове такая же хрень находится, в которой они ходят. И, по крайней мере, я еще не дурак, не свихнулся. А может быть, я и уже свихнулся, просто мне так кажется, что я нормальный. Хрен его знает. Так, что тут у нас? Это что за чувак? Какого хрена?
Так, что-то все хреновее тут завязывается ситуация. Это кто такой у нас тут? Рэмзи, Роберт Рэмзи, да? Роберт Рэмзи, директор научно-технического отдела Future Defense Group, известный в мире технологии как один из ведущих новаторов. Однако критики утверждают, что Рэмзи обманщик, которого часто обвиняют в том, что он ворует идеи умений знаменитых коллег. Мы побеседовали с бывшим директором АДС, утверждающим, что один из самых успешных проектов Рэмзи на самом деле был украден. Пропагандист. Роберт Рэмзи, гений или шарлатан? Так, понятно все. Что там, блин, за грохот, а? Ну давай, выходи, гад, если ты тут есть. Что-то куда идти-то, блин? Так, тут вроде бы все тихо. Сундучок какой-то лежит, открыть нельзя. Хреново. Пора обсудить нашу первую зацепку, мистер Блэк. Что вам нужно? Вопрос в том, мистер Блэк, что знаете вы? Посмотрим, помните ли вы это место. Сосредоточьтесь на снимке, как будете готовы. Так, диктофон, да? Слушайте, мне кажется, тут на складе кого-то убили. Пришлите кого-нибудь. Это он в дороге, в полумиле от Пайк-Хилл, где поворот на Парк-Стрит. Я был на пробежке и остановился здесь на минутку. Я на него сейчас смотрю. Он лежит лицом вниз. Он определенно мертв. Здесь полно крови. Да, Джейкоб Сингер. Так вы сможете кого-нибудь отправить? Спасибо. Так, ясно. Что ни хрена не ясно. Опять куча бумаг, опять куча рапортов. Ага, вот он снимок, да? Ну что ж, давайте, ребята, заглянем, как говорится, в будущее. Или наоборот, в прошлое. Так. Значит, вы помните это место? Любопытно. Прошу вас, объясните, почему мне это так важно? Незадолго до того, как вы попытались спасти девушку на заброшенном складе, неподалеку был убит человек. И его застрелили в упор. Мы сейчас возвращаемся на этот склад? Именно так. Полиция списала все на разборки между наркоторговцами. Но вы считаете иначе? Я считаю, что в этом мире все связано. Мистер Блэк, надо лишь понять, как. Давайте это выясним. Давайте выясним. Фу, блин, жесть какая-то. Что опять тут произошло? Опять куда-то попал, да? Новое сообщение. Блэк, вы где? Вы обещали мне помочь. Я никому не собирался и не обещал ничего. Господи, убери свои лапы. Давай-ка без этого. Заткнись, вперед! Нормально, да? Это, я так понимаю, воспоминания. Наверное, скорее всего. Стоп, я знаю это место. Здесь произошел взрыв. А, да, мистер Блэк. Ваши мысли сейчас заняты только взрывом. Пандора обрабатывает лишь то, что получает от вашего мозга. Сосредоточьтесь на нужном нам воспоминании. Я стараюсь. Старайтесь сильнее. Все в порядке, босс? Рад влиться в вашу команду. С ней ничего не будет, поверь. Ты меня сюда привел, иди в жопу. Ред? Эй, Ред, что за чушь? Бессмыслица какая-то. Вы здесь потому, что ваше сознание связало взрыв и этого человека. Пандора пытается расшифровать послание вашего разума. Сосредоточьтесь. Что происходит? Ёб твою мать, а? Я выйти-то могу отсюда? Нет. Кто-то плачет, блин, где-то. Надписи эти на стенах кровавые. Чё там? It's your fault.
Как мне выйти отсюда, блин, а? Так, подожди, фото. Вот так, Пандора открывает вам путь в глубины ваших воспоминаний. Отправляйтесь туда, сосредоточьтесь и ступайте. Поехали. Я уже, честно говоря, даже не пойму, где здесь реальность, где здесь воспоминания. Где тут вообще что происходит? Мистер Блэк, помните, человеческая память в лучшем случае ненадежна. Вы должны работать вместе с моей технологией, а не против нее. Оглядитесь вокруг и соберите как можно больше информации. А хер ли тут оглядываться-то? Ничего нету. Так, нет, есть проход вниз. Так, тупик. Тут тоже тупик. Ну-ка, дайте-ка я включу подсветочку от греха подальше. Так, опять следы. И они ведут куда-то. Так, ну-ка, откроется дверь. Черт, там что-то не дает. Кровать, по ходу дела. Ну что, вот дверь. Следы к ней ведут. Но она опечатана, и даже ничего не написано здесь. Так, и что же вы прикажете мне делать? Здесь вообще ручки нет. Странно как-то все это, а? Что делать-то мне дальше? Здесь тупик. Так, давайте глянем. Процесс обнаружения. Вещдок не обнаружен. Тепловизор. Тоже ничего. Ну что ж, надо идти тогда обратно, получается. Почему я не вижу, что происходит на улице, а, ребят? Несправедливо. Так, ну тут тупик. А здесь тоже. И я вернулся обратно. Откуда я начал? Бессмыслица полнейшая, а. Но здесь больше я ничего не могу сделать. Отсюда я начал. Следы идут сюда. Так, ладно. Возвращаемся тогда с вами в эту комнату обратно. С запечатанной дверью. С опечатанной, точнее. Блин, ну на ней же даже нету этой кнопки F, чтобы активировать. Что за хрень? Это такая шутка у них, что ли, блин? СК. Ну-ка, давайте глянем. Вообще ничего нету. Никаких признаков жизни. По карте у нас показывается, что нам надо идти туда, ребят. Значит, с этой дверью что-то надо делать. Так, свет бесполезен. Мемуары, блин. Что за мемуары тут еще, а? Блэк украл у АДС прототип и пошел против Роджера Говарда. Ага, вот он, прототип. Спаси девушку. О-хо-хо-хо. Ну, оу. Ну-ка. Обнаружено место преступления. Массовое убийство. На месте прибыли офицеры Фейр и какой-то еще гондон. Ну что тут у нас? Массовое убийство. Личности не установлены. Сразу предупреждаю, босс. Там жуткая вонь. Значит, хорошо, что я не завтракал. Ну пойдем. Ну пойдем, елки-палки. Посмотрим, что тут у нас. Что тут произошло? Хера тут трупаков. Ну. Так, вещдоки не обнаружены. А что мне здесь вообще сделать надо, интересно, а? Ну, пришел я. Так, тепловизор
ничего не показывает нам. Ну-ка, дайте подсветочку. Два, короче, они все подписанные здесь еще. В чем загвоздка-то? Не врублюсь. Для чего меня сюда прислали-то? Погоди-ка. Опа-на. Так, это я типа идентифицирую? Ага, отлично, еще один. Они исчезают. Так, и наверное так надо со всеми сделать. Почему-то этот не исчезает, а? А ты? Пятый номер тоже нифига. О, а этот можно. Так, отлично. Почему же вот этого не мог... А, вот, все. Блин, с той стороны не получалось, с этой стороны нате, пожалуйста, получите. Как не обнаружен вещдок-то, не врублюсь. Так, давайте вот этого теперь. Все? Нет, еще двое тут осталось. И последний. Опа-на. Личность не подтверждена. Только посмотри на его лицо. По зубам мы его не опознаем. И руки отстрелили. Отпечатков тоже не будет. Работали профи. Черт, столько трупов и никого не опознать. Мы можем связать их с сотней дел. Значит, будут наркоторговцами. Как думаете, это семейка Адамсов или те, что с мамашей Тернер? Не парься, потом решим. Скажи, чтобы всех паковали. Пора уже поесть. Рядом с участком новая кафешка открылась. Может, туда? Вот такие вот у нас полицейские, да? Лишь бы списать куда-нибудь. Ред, что происходит? Ваш разум перегружен информацией, мистер Блэк. Пандора за вами не успевает. Подумайте только о человеке, которого вы хотите найти. А кого я хочу найти-то? Туда, мистер Блэк, вон туда. Используйте сканер, найдите и восстановите ваши воспоминания. Кто этот человек? Дальше Пандора сама все сделает. Тут еще чувак какой-то расстреливает всех. Вот это жесть. Так. Ни шиша. Ну что ж, ребята, наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам, ребята.